У Аллы Пугачевой есть многолетняя традиция в первое воскресенье весны устраивать большой праздник для поклонников и друзей. Но в этот раз Алла Пугачева нарушила ее и, по слухам, уехала из страны. Пугачева привыкла собирать вокруг себя много людей. Это и звезды шоу-бизнеса, и ее преданные поклонники. Так, на протяжении многих лет в первое воскресенье весны Алла Борисовна зовет друзей к себе домой и устраивает импровизированный концерт, после которого традиционно говорит «Весну разрешаю». Эта фраза всегда подбадривала поклонников и дарила радость. Но в этом году встреча не состоялась. Уже 2 дня ходят слухи о том, что Пугачева покинула Россию вместе со своей семьей. Международная федерация поклонников с подарками отправилась в замок, который находится в деревне Грязь. По их словам, дверь открыл охранник замка и, увидев знакомые лица, которые были с огромным букетом любимых желтых цветов Примадонны, сказал, что сейчас все выяснит у Максима Александровича. После некоторого молчания охранник вышел с большими коробками подарков. Спросил, есть ли среди гостей золото. К сожалению, его не было. Поклонники предположили, что охранник связался с хозяевами замка по телефону или другим способом, чтобы узнать, как обстоят дела. Ведь ранее Пугачева всегда сама спускалась к любимым зрителям и разговаривала с ними. В этот раз такого не произошло, поэтому многие решили, что Пугачева действительно уехала.